может быть полностью изменена, если на тебя сойдет Дух Святой. Дух Святой – это отдельная личность. Свой интеллект. У которого свой взгляд, свой характер. У которого свое понимание. Сегодня Дух Святой на земле. Сегодня Дух Святой представляет здесь Сына. Сегодня представляет Отца. Если присутствие Духа Святого, оно будет с тобой. Судьба, твоя семья, твои финансы, твое здоровье, твое служение – это все будет иметь огромные благословения. Потому что Дух Святой – это великая Божья сила. Это личность, это Бог, и из Него выходит помазание. Дух Святой является щитом, Он тебя защищает. Святой сходит на тебя, ты становишься опасным для дьявола.